Знаете, я снималась в таком фильме, называется «Розыгрыш». И это был ремейк старого фильма. И его постоянно сравнивали. Вот тогда была школа такая, а сейчас дети другие. Безусловно, никого нельзя сравнивать. Жизнь идет, все меняется. Но я скажу, что у меня все-таки было счастливое детство. Мы гуляли во дворе, мы быстрее делали уроки, и чтобы выбежать на улицу, поиграть.